форме детской развлекательной программы провели торжественную церемонию посвящения в юнге педагоги Брестского центра юных моряков с флотилией. Такого звания в этот раз удостоились 12 ребят. Самые сильные и выносливые, самые образованные и подготовленные из тех, кто пришел на обучение в клуб относительно недавно. Развлекательная программа стала в каком-то смысле испытательным экзаменом. Будущим юнгам предстояло продемонстрировать все, что они научились делать за это время. В самом начале ребята, когда приходят к нам первый год, их учат вязать морские узлы, учат семафорные азбуки, и они потом семафорят слова, предложения, учат их играть. Они сегодня должны заслужить это звание юнги, стать, собственно говоря, ну, как мы это называем, первопроходцами. Соответственно, этому соревнованию предшествует такой долгий отборочный тур. Почему? Потому что ребят занимается много, а участвуют всего две команды. В каждой команде по 6 человек. Каждый год коллектив центра пополняется новыми воспитанниками. Кто-то из ребят приходит, чтобы получить необходимые в дальнейшей жизни опыт и знания. Кто-то, чтобы найти новых друзей, проверить себя на стойкость и выносливость. Однако главное, что уносят в себе эти мальчики и девочки, это частичку любви и тепла педагогов, которые смогли научить их не бояться трудностей и идти по жизни с высоко поднятой головой. В первый раз нам предложили туда прийти. И мне стало интересно. Рассказали, что будем заниматься морскими терминами, флажным семафором. Мне очень захотелось. Я пришел на первое занятие, мне очень понравилось. И теперь я на занятиях изучаю флажный семафор, морские узлы. Мне все время нравилось море. И когда я пришел, мне там очень понравилось. Вязать морские узлы, интересно очень. Флажный семафор изучать, и погоны, и термины. Раньше я этого всего не знал, и вот захотелось узнать что-то новое. В последние несколько лет все чаще в центр стали приходить девочки. Здесь они наравне с мальчиками занимаются по морским методикам, опровергая в очередной раз стереотип о том, что женщин на корабле быть не должно. Я очень люблю ходить в клуб юных моряков. Там очень весело. И мы там занимаемся узлами, флажный семафор, на шлюпках выходим летом. Программа состязаний получилась яркой и насыщенной. Здесь было время и шумным, веселым играм, и музыкальным минуткам. Пройдя спортивно-творческий марафон, воспитанники центра смогли доказать, что заслужили свои первые почетные звания – юнги. А значит, впереди у них еще не одна покоренная вершина.